На Кубок Европы. Поединок боксеров второго полусреднего веса. Валерий Попенченко, он в темной майке, и поляк Тадеуш Валасик. Месяц назад в Польше в первом финальном матче Валасик сумел одержать победу над Попенченко. Сегодня советский боксер полон решимости взять реванш. Он активен, энергичен до последней секунды боя. Победил Валерий Попенченко. Трудную задачу предстояло решить нашему Валерию Попенченко. Ведь против него выступал самый техничный боксер Римской Олимпиады Тадеуш Валасик. Ему Валерий проиграл в Лодзе. Попенченко атакует, но делает это расчетливо. Надо равномерно распределить силы на весь бой. Тадеуш Валасик внешне спокоен. Хладнокровен и Попенченко. Эти боксеры – бойцы высокого класса. Они отлично знают друг друга. В этом бою все должна решить более рациональная тактика. Удары Попенченко опережают атаки Валасика. Победил советский боксер.